Здравствуйте. Вот уж точно, мимо чего я не мог пройти в списке комьюнити карт для продавец. Это реинкарнация бессмертной классики. Е1М1. Итак. Можно видеть тут очень классное освещение. Детали на месте, то есть кусочки брони. Шотганеры. Почки. Даже кнопочка на месте, которая открывает нам вход в дворик. Она вам нужна? О, так я здесь оказался. Какой он быстрый. Уходим в основной зал с зигзаг дорожкой. Разумеется, импа наверху. Ну и конечно же мы проверим все секреты. Эта штука открылась, но мы вернемся туда позже. Так, разумеется, открылся и этот лифт. И это все секреты. Я очень порадовала эта карта. И сделала она с вниманием к деталям, прям с любовью. Хорошо так. Большое спасибо автору. Я надеюсь видеть больше реинкарнаций карты с дома, как фанат. Ну да ладно. Оригинальные тоже будет классно. Спасибо за просмотр и всего доброго.